В этом видео я расскажу вам, как оплачивать интернет-покупки, не имея карты Visa. Этим способом можно оплачивать любые интернет-покупки в зарубежных магазинах, если у вас нет электронной карточки Visa. Итак, вам понадобится зарегистрировать Kiwi кошелек. Ссылка для регистрации в сервисе Kiwi кошелек находится в описании этого видео. Копируйте ссылку, вставляете ее в адресную строку и переходите на сайт платежного сервиса Kiwi. Регистрация занимает буквально несколько секунд. Вводите свой номер телефона и нажимаете кнопку «Создать кошелек». На следующей странице вводим символы, изображенные на рисунке. Ставим галочку, что вы согласны с условиями оферты, и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Затем придумываем пароль. И вводим его несколько раз. Устанавливаем срок действия нового пароля. Для подтверждения регистрации на ваш мобильный телефон придет SMS. Вводим код подтверждения и нажимаем кнопку «Подтвердить». Теперь входим в наш кошелек. Вводим пароль, нажимаем кнопку «Войти». Готово. Идем по ссылке с правой стороны Kiwi Visa Card. Здесь вы можете узнать, что Kiwi Visa Card — это виртуальная карта, то есть ее нельзя потрогать и взять в руки. Но у ней есть шестизначный номер и трехзначный CVV-код. Итак, чтобы оплачивать ваши покупки, вам нужно знать реквизиты вашей карты. Итак, вот в этой части вы можете увидеть первые 4 цифры и последние 4 цифры вашей карты, а также срок истечения действия вашей карты. Это будет май 2016 года. Вам нужно узнать остальные реквизиты. Для этого нажимаем ссылку «Выслать реквизиты». Затем нажимаем на кнопку «Выслать». На ваш телефон успешно отправлено SMS с реквизитами карты. В SMS-ке вам пришли средние 8 цифр из шестизначного номера карты, трехзначный код CVV, который обычно располагается на обороте карточки. И это все, что вам необходимо знать о реквизитах вашей карты. Теперь нам нужно найти ближайший платежный терминал Kiwi и пополнить ваш кошелек. У карты Kiwi Visa Card общий баланс со счетом вашего Kiwi кошелька. Так что сколько вы положите через платежный терминал на свой кошелек в Kiwi, столько денег у вас будет на карте Visa. Не забудьте, что при пополнении баланса терминал берет комиссию. Где-то 4%, так что учитывайте это. Пользоваться виртуальной картой намного безопаснее, чем настоящей пластиковой. Поэтому я рекомендую вам использовать карту Visa Kiwi для оплаты зарубежных покупок в интернет-магазинах. Спасибо за внимание!